Активисты местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в открытии детского игрового комплекса в Новоивановском. Объект был возведен в рамках реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Единороссы контролировали проведение работ. Это современная функциональная площадка с яркими, а главное, безопасными игровыми элементами из экологически чистых материалов. Помимо этого, организовано поле для игры в мини-футбол, подчеркнул глава округа Андрей Иванов. Стоит добавить, что дизайн-концепция комплекса обсуждалась вместе с жителями, были учтены все пожелания.